Долгожданный выпускной вечер состоялся 29 июня в IT-лицее Казанского федерального университета. Посмотреть на выпускников пришли родители, учителя, а также руководство университета. Среди почетных гостей ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. Он пожелал 11-классникам успехов в их дальнейшем пути. Выбрали хорошее направление дальнейшей учебы. Выбрали хороший вуз, который бы вам помог в дальнейшем хорошо трудоустроиться. Все мы, и родители ваши, и мы, сотрудники и преподаватели университета, в общем-то, хотели бы, чтобы вы реализовали собственные амбиции. В этом году аттестаты получили 78 учащихся. Их вручил ректор КФУ Ильшат Гафуров и директор IT-лицея Тимирбулат Самирханов. Многие учащиеся приложили немало усилий для того, чтобы получить заветную медаль и красный аттестат. От учебы в IT-лицее КФУ у ребят остались только самые яркие и положительные эмоции. Все самые яркие эмоции, все самые яркие переживания я все-таки испытал здесь. Наверное, в обычной школе у меня бы такого не было. Лицей стал как дом, потому что мы здесь жили, все вместе выросли и все вместе преодолевали все трудности. Лицей – это как бы особенно такое учреждение здесь. Ну, в основном по большинству учатся только мужская половина. И среди ребят у нас очень такая дружеская атмосфера. Запомнился мне эти лицей тем, что в нем все для учебы. В нем есть все условия, чтобы учиться, чтобы получать достойные и хорошие знания. Для поступления многие выпускники выбирают Казанский федеральный университет. Конечно, собираюсь поступать в КФУ, на физфак. Конечно же, на химический факультет Казанского федерального университета. Планирую поступать в Казанский федеральный. Впереди ребят ждет поступление в престижный вуз, студенческие годы. Ну а пока они выпускники IT-лицея Казанского федерального университета. Анна Глазунова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.